И к другим новостям. Государственные награды получили лучшие работники лесного хозяйства Хакасии в преддверии профессионального праздника. Он будет отмечаться в это воскресенье. В нашей республике в отрасли заняты 700 человек. Лесные инспекторы, работники автономных учреждений, сотрудники министерства. На всех лежит большая ответственность за сохранение природного богатства. Леса в Хакасии занимают больше половины ее территории. Ведомственные грамоты и благодарности, в том числе от Федерального агентства лесного хозяйства, удостоены более 50 специалистов.